Я поэт. Этим и интересен, об этом и пишу. В Чебоксарском камерном театре готовится премьера спектакля по автобиографическому произведению Маяковского «Я сам». Путь поэта – это тайна, которая становится явью в его произведениях. Владимир Маяковский известен особым стихотворным стилем, где он раскрывается как революционер и пророк нового времени. А вот лирика Маяковского не настолько популярна. Режиссер Чебоксарского камерного театра Игорь Милосердов решил показать на сцене постановку произведения Маяковского «Я сам». Это спектакль не какие-то сенсации из жизни всем известного поэта. Это как раз, наоборот, возврат к Маяковскому как к лирику величайшему. Моя задача как режиссера и задача нашего театра – вернуть величайшего лирика, потому что поэт настолько мощный, настолько нежный, настолько ранимый, настолько сильный и искренний. И поэтому спектакль, в общем-то, называется «Разрешите представиться Маяковский». Премьера спектакля состоится уже в среду, 15 апреля, в Камерном театре в 19 часов.